Незаконно должностно. Да, закон нарушен. Допустим, мы с вами, если мы нарушим закон, все, нас сразу накажут. А ему хоть бы что? Закон для них не да, писан. А там президент должен выполнять. А он назначил незаконно. Что, закон написано для нас, а не касается, что ли, Джумагулова Садамбекова? Видите как? И министр иностранных дел тоже незаконно нарушил, нарушение закона. Разве он не знает, для чего они занимаются тогда? У них есть юристы, если он не забыл юридические казусы. Здесь закон, пусть выполняет. Ну, нарушает закон, до 65 он должен занимать. Все руководители. А ему 71 год назначили. Плюс там в пресс-релизе есть данные. Сейчас ему 73 года. ГКНБ пробило, получается, информацию о 3 студентах, которые находились за границей. В свою очередь, эти студенты, учась за границей, ну, живя или работая за границей, получили дипломы здесь, то есть они пришли якобы на госэкзамен, сдали на пятерки и взяли диплом. Вот этот факт уже подтвержден, это уже в прокуратуре, в МВД. Это уже лежит, тоже уголовное дело. Все рассматривается. Незаконно занял, незаконно выдает диплом. Сейчас я первый раз спросил. Все это фактически доказано, именно документальные бумаги. Просто дело в том, что ректор имеет связи там тут, поэтому это все втихомолку вот так вот пытается разрегулировать. А вы зачем губернатор присвоил? И нагло, знаете, что сказал? Эти, говорят, я деньги потратил на покупку водочного завода. А этот водочный завод за деревянный рубль был куплен. Это с Украины за 10 миллионов рублей. А он демонтировал Счупа, перетащил Каракова, говорил, вот на Кунтовский миллион купил. Тогда мы писали в газетах, там шумиха была. Не могли наказать, потому что у него это, крыша была Акая. А сейчас его нету. Он где-то, оказывается, здесь услышал, 150 тысяч сам. Лично я, значит, соберу таких молодцов, приду в кабинет, я его побью, предупрежу прокуратуру СМБ. Скажу, почему, значит, судебные приставы не выполняют. Если вы не освобождаете помещение, приставы придут, вас раскидают. Точно? Свечами. А я приду и скажу, освобождаю, и не то что, побью. То, что я один раз попадал за такое, ничего страшного. У начальника собственного землю забирал и побил. Или же штраф. Точно так поступил. А что делают? В крайней мере, наглецы сидят. Вот такая наша страна. А вам, молодым, ходу не дадут эти, если мы вместе не будем бороться. Не дадут ходу. Мы-то пожилые знаем. Но поэтому боремся. Вам не дадут. Он должен прилететь. Так что, а у нас что, если мы спят? Пакистанский бренд? Да не выйдет. Ава. Сегодня Ава. Когда что сказал? Велим этим. Он уж мирный, шатта трон тюрем. Я не помню, что мы. Дыхан чего мы? Помнишь мы? Помнишь мы?